Значение татуировки «Божья коровка». Божья коровка связана с несколькими символическими мифами. Первый из них – небесная свадьба, проводимая в день летнего солнцестояния. В этом образе Божья коровка может соотноситься как с образом мужа, так и с образом жены-громовержца, изменившей мужу и наказанной за это. Второй мифический смысл – тема детей Бога Солнца. Их было семь, как дней в неделе. Столько же и пятнышек на спине Божьей коровки. Следующий мотив – тема домашнего животного Бога. Не зря ведь Божья коровка. В различных традициях с этим животным связаны некоторые гадания. Считается, что коровка служит связью между нашим миром и миром потусторонних сил.